Новости. Забросанная бутылками, пакетами и прочим мусором река Грушовая и прилежащая к ней территория леса нуждаются в срочном спасении. С таким призывом в Ставропольские ведомства обратилась жительница частного дома по улице Черниговская, после чего на генеральную уборку вышли десятки ставропольских активистов. Место встречи выбрано не случайно, ведь именно эта река через несколько километров впадает в Сенгелеевское водохранилище. Единственный для Ставрополя источник питьевой воды. Место, которое предназначено не для свалки, которое здесь, не знаю, или местные жители, тут отдыхающие здесь оставляют очень много. Это место предназначено для отдыха, место очень красивое. Здесь протекает река Грушовая, которая входит под номером 6 постановления в число объектов города Ставрополя, которое охраняется государством. Можно гордиться этим городом, если здесь будет чисто, это будет вообще просто жемчужины Российской Федерации. Мне так кажется. На призыв провести экологическую акцию откликнулся студенческий отряд «Чистый город». Вместе с ним студенты колледжа связи и работники Ставропольского водоканала. Общими силами активисты собрали десятки мешков с мусором. Ранее заваленная стеклом, пластиком, железом и бумагой территория быстро вернула свой первозданный вид. Сенгелеевское водохранилище, чистое Сенгелеевское водохранилище нам не чуждо. Поэтому, когда была объявлена акция, наш трудовой десант обязательно здесь. И он работает. На благо города, тем более скоро день города будет, и надо очищать его, делать чистым, экологическим, чтобы наши дети жили в благоустроенном городе. Чистоте и порядке. Да. Все хорошо, ребята активные. Они, конечно, возмущены состоянием здесь. Когда мы сюда прибыли, увидели, что здесь территория в очень плачевном состоянии. И я думаю, что мы по приглашению еще готовы здесь принять участие и убрать территорию реки Грушовой. Присоединиться к этой и любым другим акциям может каждый желающий. Тем более, что в год экологии особенно важно внести личный вклад в развитие чистого города. В дальнейшем, не знаю, можете следить за нашими новостями, в зачетном Ставрополе, там все акции, которые у нас проводятся, то есть можно там найти, можно присоединиться. Так сделали сегодня, например, 5 человек. Там была Google форма, они просто зарегистрировались и пришли сегодня вот так. Тамара Гадомская и Александр Лукьяшко, АТВ Ставрополь.